Шановні одесити, з 12 березня 2020 року в Одесі запроваджено режим карантину. 17 березня набув чинності закон України про запобігання поширенню коронавірусної хвороби, що передбачає накладання штрафів, адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил карантину. Уважаемые одесситы, с 12 марта 2020 года в Одессе введен режим карантина. 17 марта вступил в силу закон Украины о предотвращении распространения коронавирусной болезни, предусматривающий наложение штрафов, административную и криминальную ответственность за нарушение правил карантина. Настойчиво просим жителей города, в особенности граждан пожилого возраста, оставаться дома. Придерживайтесь правил карантина. Без крайней необходимости не выходите на улицу, не пользуйтесь общественным транспортом, не посещайте места скопления людей. Помните, нарушая правила карантина, вы подвергаете себя, родных и друзей опасности заражения коронавирусной инфекцией. Остановим опасный вирус коллективной дисциплиной и личной ответственностью.